Всем привет, меня зовут Редрагон, и сегодня мы поговорим о теме, которая всех беспокоит с момента выхода Авантюрина, а именно, кто круче, он или Фусюань. И этот вопрос стоит еще более остро, учитывая, что разработчики на стриме разрабов уже объявили ее возвращение в следующем патче. Поэтому сегодня мы сравним двух этих персонажей по их роли, по их полезности на аккаунте, и ответим все-таки на вопрос, кого же из них выгоднее иметь на аккаунте. Так что ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и напишите, кто лично вам нравится больше, Авантюрин или Фуся. На следующий день я решил записать небольшой дисклеймер. Хотелось отметить, что Фуси является одним из моих самых любимых и самых надежных сустейнов, и целью этого ролика стоит именно сравнить ее один к одному с Авантюрином, если игроки выбирают кого-то одного из них. Если вы можете позволить себе вытащить двух ивент-сустейнов, и у вас есть в них нужда, то забрав их двоих, вы, собственно, покроете все свои проблемы на аккаунте. Ибо Фуси реально крута, и я ее использовал и буду использовать, наверное, на постоянке во многих отрядах, несмотря на то, что вы услышите в этом ролике. Фуся и Авантюрин оба являются персонажами сохранения, и их основная задача — поддерживать выживаемость отряда. Несмотря на то, что методы выполнения этой задачи у этих персонажей разные, они оба с ней прекрасно справляются. Самое интересное, что кроме этого, они также дают дополнительные плюшки команде. Однако сравнение их мы все-таки начнем именно с сустейна. Фуся поддерживает выживание отряда за счет снижения входящего в них урона и также всасывания большей его части в себя. Чтобы она сама не умирала, у нее есть самоотхил, и с ульты она чуть-чуть килит союзников, что в целом в долгосрочных боях не мешает им постепенно терять хп и, возможно, даже умирать. А Авантюрин накидывает просто мощные щиты. Кроме этого, они обновляемые и, в общем-то, да, как я сказал, довольно жирные. Гипотетически, если Авантюрин будет всегда поддерживать щиты, прожимать тайминговую ешку, есть вероятность того, что хп у союзников даже не начнет снижаться. Что в затяжных боях про Фусю сказать нельзя, ибо там хпшка потихоньку все равно будет угасать. Но из-за того, что она это делает супер медленно, у Фуси обычно нет особых проблем с выживаемостью и выживанием отряда, кроме случая получения массовых плюх. Ибо поскольку она поглощает в себя дамаг от каждого союзника, который получает этот дамаг, когда прилетает мощная АОЕ атака по всем союзникам, Фуся нередко такие атаки может не пережить. Особенно если у нее не фулл хп, но больше 50 или меньше 50%, но при этом у нее нет активного стака таланта, который бы ее отхилил. А Авантюрин, в свою очередь, так как просто накладывает щиты, у него нет никаких проблем с выживанием массовых плюх. Более того, если противник проводит атаку из нескольких ударов, то Авантюрин, вероятно, с огромной плюхи накопит себе достаточно стаков талант, чтобы проюзать бонус-атаку и восстановить дополнительные щиты, которые позволят с большей уверенностью пережить вторую атаку противника. Поэтому в этом плане, как по мне, Авантюрин чуть более гибок и чуть более хорош, однако, в общем и целом, что Фуся, что Авантюрин держит выживаемость отряда довольно-довольно успешно. Хотя, возвращаясь к методу сустейна, у Авантюрина есть одно несомненное преимущество. Так как он дает щиты, виртуалке он может спокойно играть от пути сохранения. На пути сохранения он может уплотнять свои щиты, уплотнять свою защиту, уплотняя свои щиты, и даже наносить противникам какой-то урон от своих щитов. В то же время у Фуси нет особо никаких дополнительных методов усиления своего сустейна в виртуалке, не говоря уже о том, что у нее нет своего выделенного пути. Не сказать, что это ей очень сильно мешает играть в виртуалке, у ней, в общем-то, там не сказать, что много проблем, но тем не менее, у Авантюрина тут есть небольшое преимущество. Далее то, что мне нравится в более свежих сустейнах, а именно то, что они дают команде что-то помимо выживания. Если опять же с этой задачей они оба справляются хорошо, то что же насчет дополнительной пользы команде? По факту, усиление боевой мощи от Фуси представляет собой только повышение крит-шанса. Это позволяет легче балансить статы, это позволяет пофиксить проблему крит-шанса, если такие есть у определенного персали на аккаунте, что особенно ярко выражено в последнее время, когда у нас выходят персонажи, которым нужно довольно много крит-шанса, ибо если их основные атаки не кританут, будет очень и очень плохо, ввиду больших потерь урона. Возьмите того же доктора Рацу или Ахерон. Однако в случае, когда с крит-шансом проблем нет, я бы также отдал предпочтение именно Авантюрину, ибо он повышает крит-урон со своей ульты, и также у него есть, не сказать, что пренебрежимо малый дамаг. Поймите меня правильно, я один из тех людей, которые любят опускать значения до нуля, если они действительно маленькие. Но в случае Авантюрина это не совсем верно. Многие реально считают, что дамаг, который наносит, вообще никакой, пренебрежимо малый, и вообще он говно. И это, опять же, далековато от действительности. Я мало того, нередко вижу его атаки довольно мощными, довольно большие цифры он показывает. Но чтобы убедиться в том, что это не пыль в глаза, я проанализировал буквально пару боев с ним и сравнил цифры урона от всей команды, кроме Авантюрина и самого Авантюрина, и какой процент
процент дамага от общенанесенного урона команды был урон именно его. Я просто вбивал все значения цифр урона в табличку Excel, все их просуммировал, ну и, соответственно, нашел отношение. И в среднем личный дамаг авантюрина в команде колеблется от 10 до 15%. И учитывая, что мы получаем этот урон просто от персонажа, который должен поддерживать выживаемость команды, я считаю, что это не так уж и плохо. Не говоря уже о том, что эти цифры не учитывают усиление дамага основных дамагеров от его бафа с ульты. Однако, опять же, возвращаясь к Фусе, от этого дамага будет очень мало толку, если ваши основные дамагеры не критуют. Поэтому, если у вас реально есть проблемы с критшансом, который вообще почему-то никак не фиксится, то, конечно, Фуся для вас будет более выгодно. Однако, если взять команды, где криты вообще не нужны, а именно дотерские команды, то, учитывая, что Фуся дает только критшанс и выживаемость, то тут авантюрин также будет выигрывать. Ибо если вычеркнуть у него давание крит урона, то, опять же, у него есть какой-то личный дамаг. Не говоря уже о повышенном дамаге по шкале стойкости, до которой мы еще дойдем. Я написал здесь также, что получают эти персонажи при первом эйдолоне, однако сравнивать их тут не имеет никакого смысла, потому что, ну, я думаю, и так все видно. Следующее, чего мне хочется коснуться, это защита от контроля или дебафов. У Фуси есть одна прикольная штука. Когда ее матрица предвидения активна, она полностью покрывает один эффект контроля. При этом, если этот контроль массовый, то она его полностью погасит. Однако работает этот эффект один раз на матрицу, что, в общем-то, не является особой проблемой, ведь вам просто потребуется нажать на Ешку на Фусе в следующем ходу. Поэтому с ситуациями, когда противники накладывают очень конченые контроли, особенно если взять босса авантюрина, Фуся справляется с этим очень неплохо. А говоря о защите от дебафов, Фуся ее абсолютно никак не представляет. Поэтому если она или команда будет ловить доты, то Фуся никак их не снимет, и скорость ухода общего хп команды будет заметно выше. Однако, что у нас делает авантюрин с контролем? В общем-то, не сказать, что много чего. Он полностью себя от него обезопасивает раз в несколько ходов, что в целом неплохо, ибо когда ваш сустейн улетает в контроль, это значит, что когда команде будет очень больно, он не сможет их спасти. В случае авантюрина такого не будет. Он повышает резист ко всем входящим дебафам и дебафам контроля, в том числе на 50%. Что в случае, если у союзников вообще нет никакого сопротивления, повысит их сопротивление реальное как минимум на 32%. И чем больше у союзников сопротивления дебафам, то тем еще больше итогового сопротивления будет у них под авантюрином. Однако в реальных условиях мы все равно попадаем в ситуацию какой-то гачи, когда мы не понимаем, улетим мы в контроль или не улетим, в то время как под Фуси мы можем это гарантировать. Поэтому здесь я бы сказал, что они в этом плане примерно равны. Далее, самое важное, как по мне, и самое интересное, это урон по шкале стойкости. И здесь я рассматриваю одну цель, поскольку преимущественно нас беспокоит пробитие шкалы стойкости именно одной, ну либо максимум двух целей. И в случае Фуси мы имеем, что она наносит всего 4 единицы урона за 4 хода в ротации из ульты, двух ешек и двух автоатак. Для тех, кто не знает, что значит 4 единицы, для сравнения, обычно базовая атака одного перса по одной цели сносит 1 единицу стойкости, ешка сносит 2, и сингл-таргетная ульта сносит 3. Однако здесь стоит отметить, что за 1 единицу стойкости принимается 30 единиц урона по шкале. И так как количество этого урона обычно кратно 30, пришли к формату единиц. Но здесь, ввиду того, что авантюрин вносит у нас урон также не кратный 30, я в скобочках написал именно количество урона в цифрах. Ну и говоря об авантюрине, в случае, если за 4 хода он не прокнет каким-то образом свою бонусную атаку, он все равно снесет одному противнику больше стойкости, чем Фуся. Но если вернуться в реальность и вспомнить о том, что он по-любому должен прокнуть как минимум 1, а то и 2 бонусных атаки, количество урона по шкале стойкости будет еще более заметно высоким. Более быстрое обнуление шкалы стойкости ведет к нескольким несомненным плюсам. Первое — это увеличение выживаемости отряда, ведь когда мы пробиваем противника, его действие откидывается вниз. Также, когда противник пробит, он получает на 10% больше урона. Не говоря уже и о том, что при пробитии он также получает какой-то неплохой урон. Но в текущих реалиях, как ни странно, это еще не все. Сейчас у нас наблюдается тенденция того, что шкала стойкости у противников несколько вырастает. А у некоторых противников она не только вырастает, но и также при ее активном наличии они получают меньше урона, то есть наш динозавр. Поэтому более быстрое снесение шкалы стойкости на таких противниках может сильно убыстрить вам прохождение. И опять же, тенденция того, что противники становятся более толстыми, шкалы стойкости у них становятся более толстыми, и то, что появляются такие враги, как динозавр, которым необходимо сносить эту шкалу. Также по критерию урона по шкале стойкости делает авантюрина чуть лучше, чем Фуся. Однако в ее защиту хочется отметить, что все-таки с ульты она хоть и сносит всего 2 единицы стойкости, она сносит ее по всем противникам. И несмотря на то, что в большинстве случаев нам, в общем-то, пофигу на пробитие бомж-мобов, иногда возникают сценарии, когда это все равно
оно может быть полезно. Хотя, честно говоря, ничего, кроме жуков виртуалки, мне на ум не приходит. Ибо чаще нам реально важно пробивать именно основного, ну либо двух основных мобов. Ну и последнее, чего бы хотелось коснуться, это особые синергии двух этих сустейнов. А именно, в каких-то командах они же, может, показывают себя лучше, чем в других. И, честно говоря, в случае Фуси, там особо-то каких-то крутых синергий и нет. Напрямую можно сказать, что она синергирует только с Блейдом, поскольку с Матрицы она также повышает ХП, а Блейд скелит свой урон от ХП. Но, честно говоря, это очень слабоватая синергия, ибо Фуси не дает настолько много ХП. И второе, что мне пришло на ум, это, прости господи, моноквант, ну, либо игра под волка, что позволяет волкам более эффективно накладывать необходимую уязвимость на противника. Но, честно говоря, это тоже довольно-таки слабовато для общей какой-то синергии конкретного сустейна. Поэтому, я думаю, можно смело сказать, что Фуся в общем и целом заходит практически во все команды одинаково хорошо. Но что же с Авантюрином? У Авантюрина на самом деле есть его лучшие синергии и также его лучшие команды. Насколько известно, он хорошо сочетается с бонус-атакерами, ведь когда они бонус-атаки свои используют, он получает дополнительные стаки в талант. А дополнительные стаки в талант равно больше урона от Авантюрина и также больше урона по шкале стойкости и также более быстрые и более часто обновляемые щиты. То есть он так же, как и Фуся, заходит в любой отряд, он в любом отряде будет давать выживаемость и все остальное, что он дает, однако в команде с персонажами, у которых есть бонус атаки, он будет показывать себя заметно лучше. Хотя единственное, о чем я не сказал о синергиях, это об общем множителе и Авантюрина, и Фуси. Поскольку они оба дают дополнительные бафы на криты, то есть крит урон от Авантюрина и крит шанс от Фуси, они, конечно, будут чуть лучше себя показывать в критовых командах. Поэтому, какие итоги мы в конечном счете можем подвести? Несмотря на то, что, вероятнее всего, у вас сложилось ощущение, что я топлю за Авантюрина, и, честно говоря, я действительно это делаю, я считаю, что Авантюрин будет сильно лучше, чем Фуся. Фактически, разница между ними, не сказать, что капец какая катастрофически огромная. Единственный несомненный плюс Авантюрина, конечно, который я вижу, это то, что он является более новым персом. И я все же считаю, что более новые персонажи намного лучше адаптированы и под текущий, и под выходящий впоследствии контент. Я уж не буду говорить про Power Creep и то, что они супер сильнее, чем прошлые персы тех же ролей, ибо в случае с Фуси это не совсем верно. Но если опять же посмотреть на то, что делает Авантюрин и на тот контент, который мы имеем, опять же, как минимум на шкалу стойкости, если посмотреть, то я лишь опять же вижу подтверждение своей точки зрения, что новые персы будут несколько лучше старых. Однако Фуси все равно способна также сустейнить, способна быть полезной для команды и опять же в некоторых сценариях быть даже лучше Авантюрина. Но тут вам надо отталкиваться от своих возможностей и своего аккаунта. Самое главное, что если вам от сустейна нужен только сустейн, вам пофигу на все остальное, вы, конечно, можете выбрать просто того, кто вам нравится. В случае, если у вас нету крит шанса на определенных персах, вы хотите их пофиксить Фусей, вы, конечно, можете ее спокойно выкрутить, вы ничего не потеряете, поскольку, опять же, между Авантюрином и Фусей разница не сказать, что супер огромная. Однако, ультимативно, в идеальных и вакуумных условиях, я лично считаю, что Авантюрин будет покруче. И на этой ноте будем с вами заканчивать. Напишите, кто вам нравится больше, Авантюрин или Фуся, или кто вы считаете намного сильнее. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приходите на стримы, и увидимся с вами в следующих роликах и на стримах. Всем удачи, всем пока.